Изменение стоимости некоторых видов продовольственных товаров зафиксировали сотрудники отдела по торговле, ценообразованию и тарифам в ходе очередного мониторинга ангарских магазинов. Так, например, на 4,5% снизилась стоимость поваренной соли, почти на 2% подешевели виноград и куриные яйца. Другая группа товаров, наоборот, выросла в цене. Незначительно подорожал картофель, потому что мы знаем, что сезон нашего местного картофеля еще не наступил. Это из запаса прошлого года, либо импортный картофель. И цена в среднем выросла на 2,9%. Также у нас немного подорожали апельсины. Это тоже связано с сезонностью, 4%. В то же время мы наблюдаем, что у нас снизилась цена на яблоки свежие на 3,9%. Продолжает свое снижение такие овощи наши, как перец сладкий, 2,9%. Томаты 2,2%. В общем, все значительно стабильно, никакого волнения не вызывает. И все же, несмотря на небольшое снижение, цены на продукты питания пока не достигли уровня июля прошлого года.